Привет, дорогие друзья! И сегодня мы будем делать огромную кирку из Майнкрафта, алмазную. Она будет невероятных размеров, такого мы еще не делали. Так, друзья, стол пустой, нам нужны ресурсы. Надо подкупить немножко красочки и найти древесину. Ну что, погнали! Так, дорогие друзья, мы выдвигаемся в строительный магазин, чтобы закупить ресурсы для крафта нашей мега-убер-большой кирки. Ну что, поехали? Экспобелл, ёпта! Для нашей алмазной кирки нам нужен голубой цвет, коричневый и черный. Коричневый у нас есть. Берем голубой и берем черный. Никакой рекламы нет, видите, я все закрыл руками. Возвращаемся домой. Так, дорогие друзья, мы в поисках материала. Мы забрели в подвал моего бати. У него тут просто все, у него даже тачка вон там есть. Кирка будет 2 метра. Еще мы ее будем сделать. Вот у нас есть вариантики. Это дверь от шкафчика. Так, похоже, ее мы и возьмем. Выбора особо-то нет. Ну, помогай мне таскать. Давай, ты оператор, ё-моё, камеру бросил. Давай тащи. Нет, другую левую. Что тебе не нравится? Быстро поднял, понес. Чувак, тут же эта херня, она нам не нужна. Кирка будет неудобная. Ну тогда эту бери, что стал? Помоги мне! Вон тележку загружай. Ну великий андерка, он же все. Великий андерка не надувной, у него мышца не резиновая. Так, давайте, мистер Мак. Какая она тяжелая. Так, дорогие друзья. Кирка будет настолько огромная, что мы не сможем сделать ее дома и даже в нашей мастерской. Поэтому мы будем делать ее на нашей личной свалке. Сейчас мы это место переоборудуем, сделаем из него наподобие рабочего места и приступим к крафту. А это наш импровизированный стол в стиле постапокалипсиса. Хе-хе-хе. Надо успеть до дождя, чтобы погода нам не помешала, иначе нам придется это все прятать, за нами просто движется фронт. Итак, дорогие друзья, что у нас есть? У нас есть бумага, на ней мы рисуем трафарет. Так, друзья, смотрите. Мы сделали маленький шаблон. 1 пиксель и 4 пикселя, то есть в общей сумме 5 пикселей. Их размеры 6 на 6 сантиметров. Вы только представляете, это будет рукоятка вот такая вот огромная. Настолько эпичная кирка у нас получится. Это просто вообще. Надеюсь, вы никогда не сможете повторить. Если сможете, то у вас она разрушится в процессе. Из металла вообще не делайте. Устали. Ну что, теперь мы это вырезаем и обводим на нашей доске. На старости лет мусор собирать. Мне вон полки надо, шкафы делать. Лучше она на крафты это все. Так, короче, дорогие друзья, смотрите. Вот, разметочка уже нанесена. Вы только посмотрите, вот это моя рука, а это рукоять самой кирки. Какая она здоровая. Вот, грубо говоря, до сюда она заканчивается. Вот оттуда, вот до сюда. Вы понимаете, насколько она будет огромной? Пройдись тут, покажи мне сверху, вот прям на пиксель. Вот это моя рука, вот это пиксели. Вырезаем следующий этап. Итак, дорогие друзья, мы почти завершили все. Смотрите, что у нас получилось в итоге. Рукоять. Вот такая вот. И вершина нашей кирки. Вот такая вот. Теперь нам необходимо это все соединить саморезиками. Вот тут один и вот тут один. Хотя нет, даже два с каждой стороны. В принципе, у нас уже готова деревянная кирка. Но мы стремимся к алмазной. Думаю, по моему лицу видно, насколько сильно мы задолбались соединять между собой две эти половинки от кирочки. Почти час мы выслушивали моего батю, как это можно сделать. Но в итоге мы поступили по-тупому. Взяли какую-то пластину с его склада и на саморезике ее прикрепили. Думаю, удержаться будет. Надеюсь. Самая большая кирка почти готова.
Ну, как бы она уже из дерева, она формально готова, но теперь мы должны ее покрасить и сделать алмазной. Время покраски. Этап. Поехали. Следующий этап был покрасочки. Так как наша кирка состоит из нескольких цветов, мы приступили к заклейке деревянной части и покраске ее черной красочкой. Далее мы добавили супер классный цвет алмазов и завершили все покраской черного контура. А финальный результат вы увидите сейчас. Дорогие друзья, кирка высохла. Время открывать новогодние подарки. Давайте посмотрим, что получилось. Ты посмотри, какая она огромная. Ты посмотри просто. Ей можно копать обсидиан. Самая большая алмазная кирка из дерева, из Майнкрафта у меня в руках. Я вооружен к любому бою. Кирка готова. Пойду копать алмазы, ёпта.